сменил общество покорителей космоса на общество школьников из сибирского села. Герой России, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин посетил с дружеским визитом в одно из учебных учреждений Тулунского района. Почему именно его, узнаете из следующего материала. Косички плетут, не отрываясь от организаторских дел, ученики школы села Едагон в Тулунском районе. Сегодня у них важный день. Через несколько часов порог образовательного учреждения переступит герой России, космонавт Анатолий Иванишин. Не меньше ребят встречи с покорителем космоса ждет директор учебного заведения Надежда Зыбайлова. Свой педагогический путь женщина начала в год первого полета человека к звездам. Когда я начинала работать в 61 году, я с учениками писала маленькие книжки о Гагарине, о его первой учительнице, о его маме. И распространяла среди колхозников. Нас слушали с удовольствием. Всю жизнь об этом мечтала, встретиться с космонавтом. Наконец, моя мечта осуществилась. И вот он, долгожданный момент. В селе иркутянин Анатолий Иванишин появился по-особенному, на вертолете. Ну а дальше все в лучших сибирских традициях. Хлеб, соль и теплое объятие. И, конечно, разговор, ради которого мероприятие и затевалось. Мальчишки и девчонки сумели задать все волнующие их вопросы о космосе. Я как бы ждал увидеть здесь людей, которые в силу вот тех летних событий находится в сложном положении. Я увидел жизнерадостных, оптимистичных людей. И я, в общем, приехал о чем-то рассказать о космос им, но, в общем, больше рассказали они мне. Рассказать есть о чем. Долгие годы в школе работает кружок патриотического воспитания. Встречи с известными людьми здесь также проходят регулярно. В свое время школу посещал и Валентин Распутин. Договориться о приезде Анатолия Иванишина было непросто. Наш земляк с апреля готовится к своему третьему полету в космос. С необычной просьбой директора учебного заведения обратилась к властям региона. Я позвонил, попросил, чтобы он к нам приехал вот для того, чтобы посетить эту школу. Мы договаривались на 22 число еще в августе месяце. Ну, сейчас Анатолий Алексеевич проходит очень серьезную подготовку. Он включен снова в следующие программы, поэтому пришлось договариваться и с руководителем центра подготовки. В итоге космонавта все-таки отпустили. Всего на двое суток, но этого хватило, чтобы осчастливить маленькую школу в маленьком сибирском селе. И, судя по всему, для самого Анатолия Иванишина общение с детьми, увлеченными звездами, станет хорошей мотивацией для новых свершений. Павел Желудев, новости по будням.